Я имел в виду до этого, не сейчас. Добрый день, дорогие друзья! Компания REST Property приветствует вас в солнечной Турции. Сегодня мы приехали в один из самых популярных ресторанов города Алании, который находится на исторической крепости. И здесь мы встретились с нашим другом, который совсем недавно переехал в Аланию, купив здесь квартиру. И сейчас, пожалуйста, расскажите, как вам удалось купить квартиру здесь. Ну, нам друзья посоветовали компанию REST Property. И мы связались с одним из менеджеров. Нам удалось приобрести квартиру онлайн. Я не знаю, насколько типично это для вашей компании. Для нас это было таким богатым, наверное, опытом. Никогда так не делали, но тут решились и попробовали. Очень много было сомнений со стороны наших знакомых, друзей. Все переживали. Но мы все-таки рискнули и не ошиблись. И благодаря компании REST Property у нас получилось приобрести здесь шикарные апартаменты в Канаклах, в районе Алании. И то есть все под ключ приобрели. Получается, и мебель, и бытовая техника входила в квартиру уже. То есть посуда, все мелкие картины, все, вот все под ключ. То есть нам запаковали, так сказать, квартиру. По прилету меня встретили в аэропорту, отвезли в квартиру. Я очень доволен сервисом. Мне очень понравилось, как компания REST Property встретила. Я полностью доволен. У меня просто нет больше слов. Я в восторге. А расскажите поподробнее, как происходит процесс онлайн-покупки? Ну, мы связывались с менеджером по скайпу, нам показывали квартиру, то есть практически абсолютно все до мелочей мы согласовывали, то есть не было такого, что компания нам навязывала какие-то свои идеи, мы все выбирали сами. После того, как мы перевели часть денег за квартиру, я уже прилетел лично, привез остаток денег, и мы подписали договор двусторонний. То есть это было еще в Санкт-Петербурге по прилету. То есть я получил ТАПУ уже, что означает, что я получил недвижимость, собственность. Начал процесс оформления вида на жительство. То есть все происходило именно таким образом. Почему выбор пал на Турцию, именно на Аланию? А тут все довольно просто. Семья прилетала несколько раз в отели сюда отдыхать. Всем безумно нравится это место. Посмотрите на вид, это, по-моему, просто удивительно. Я каждый раз смотрю, каждый раз улыбаюсь. И сегодня я просыпаюсь каждый день. И каждый день я просыпаюсь с улыбкой. Очень приятное место. Здесь каждый может найти что-то свое. Это мое мнение, мне так кажется. Чем в дальнейшем планируете заниматься здесь? Ну, у меня планы такие. Я прилетел в Аланию. Я собираюсь здесь вообще остаться. У меня прилетит чуть позже семья, посмотрит на недвижимость. Все мы вместе погуляем по Алании, но они потом улетят. Я планирую здесь остаться. У меня планы такие, что я попробую здесь найти работу. Мне очень нравится здесь жить. Это прекрасно, жить у моря. Ничего нет прекраснее, мне кажется. Просыпаться каждый день, выглядывать в окно, а у тебя за окном море теплое, в которое ты в любой момент можешь пойти искупаться. Я обязательно всем советую посетить Аланию, Турцию. Это удивительное место. И не просто посетить, прилетайте, снимайте здесь недвижимость, оставайтесь в отелях. Не стесняйтесь, покупайте недвижимость, обращайтесь в компанию REST Property. Ребята настоящие профессионалы, во всех юридических аспектах вам помогут. Постпродажный сервис работает на высшем уровне. У меня нет слов, я абсолютно всем доволен и всем советую. Приезжайте, покупайте, вкладывайтесь в Турцию. Это страна, которая сейчас растет, вне зависимости от того, что происходит на политической арене в мире. Она продолжает свой рост. Инвестируйте!